Вольные напевы и народные танцы – лишь малая часть концертной программы. Гости праздника поддерживают артистов частыми аплодисментами. Чтобы на это были силы, в меню гречневая каша, приготовленная на полевой кухне. Те, которые, по-моему, здесь есть, все поели. Вроде, слава богу. Каша, отмен вообще каша. Ой, объедение. Спасибо за праздник, все очень хорошо. Приятно прийти, повеселиться. Мне все понравились ансамбли. Потому что это наше русское, народное, православное. Все связано с народом, с душой. А на этом пятачке еду совместили с искусством. Любой желающий мог попробовать себя в декупаже. Техника декора разных предметов. Все просто. Сначала нужно общий фон сделать, а потом уже клеем ПВА приклеить салфеточку, один слой. А сначала аккуратно ее вырезать и подписать «Христос воскресе». Это хороший подарок, милый, для близких людей. Большим праздником православные отметили антипасху, но никакого противопоставления со светлой пасхой она не несет. В переводе с греческого приставка «анти» означает «вместо». Получается, в этот день верующие повторно отмечают пасху. Пасха – это радость. И мы долго молились, долго старались идти через весь Великий Пост к этому празднику Пасхи. А теперь Бога благодарим и радуемся. Антипасхой православные закончили светлую неделю после воскресения Христова. А сам праздник Пасхи продолжится до Вознесения Господня. В этом году его будут отмечать 6 июня.